Как монитор называется? Odyssey G8 Neo. Это Samsung бренд. Какие у тебя настройки? Все настройки, ребят, есть у меня в телеграм-канале. Ссылочку можно получить. Восклицательный знак ТГ. Ссылочку выдаст. Так, у меня чел сюда упал. Enix. Так, надо К2 найти. А, вот у него как раз К2, отлично. Ну все, пойдемте сразу наверх, наверное, да, в принципе. Прицел есть, пушки есть, все есть. Не будем тормозить, сделаем хороший, красивый топ. Делаем красивый, хороший топ. Топ-1. Я, кстати, мог сейчас знатно так облажаться, если что. Хорошо, что я посмотрел, что у меня не релоднут ган был. И по кому он стрелял? Наверное, он его убил, да? Нет, не убил. Но я думаю, что ему нужно туда хаешечку закинуть. Хорошую, добротную. Немножко вроде как не долетело, да? Ничего себе ты, мужчина, как можешь. Дойдет до него? Слушай, я гений. Нормально. Это было гениально. Ничего себе, как канистра, кстати, разливается далеко, ошалеть. Ошалеть. Степан, вот так вот, вот так вот. Наверное, одна из лучших, да, картинок сейчас на Ютубе. Так, где-то у меня тут с помпой мужчина. Либо наверху, либо где-то справа. Нужно как-то сдвинуться, наверное, сюда. Слушайте, если я второго так убью, это будет вообще капец. Капец. Ладно. Как-то они встают. Короче, ребят, вот вам лайфхак, чтобы на такое не попадаться. Когда вы встаете куда-то в дом, если у вас лежит канистра, лучше ее забирайте. Лучше ее забирайте. Алидван, приветствую. Да не шорсы вообще, на самом деле. Там есть секретик один. Ну и шорсы тоже, да. Шорсы тоже залетели. Я просто на самом деле в шорцах, как они только появились, начал сразу. Вот, и у меня там один шорт стрельнул на 2,5 миллиона, или уже 3 даже. И оттуда рекомендации пошли сразу. Поэтому как-то так. Приветствую, уважаемый, приветствую. Давно не заходил. Решил все канистры взорвать, ага. Ну, слушай, неплохо, неплохо получилось. Ладно, давайте, ребят, на глайдер, наверное, да, сразу сходим, посмотрим, что там, как полетаем. Все-таки в прошлой катке мы так и не добились, не доехали чуть-чуть. Сейчас, наверное, можно это сделать. Виктор, приветствую. Всем привет, может кто в курсе, лут в лобби с обновы не обнуляется случайно, а то поднакопилось много чего. Лут с лобби... да нет, не должен обнуляться. Так, у меня чел вот там вот, вот на тачке. Я знаете, что сделаю? Наверное, я до него дойду, убью его и тачку заберу, если получится. А старые прокачиваемые пушки, ребят, не знаю пока. Возможно, это вброс был. Возможно, это была первоапрельская шутка, но... Слух, как минимум, пустили партнеры, поэтому... Официальной инфы нет. Официальной инфы нет, в партнерском дискорде тоже никто об этом ничего не знает. Поэтому, возможно, это просто был вброс. А где?
Он убежал просто, ребят. Он доехал до сюда и убежал. У него опасный ган. У него опасный ган. Там гэнгстер какой-то. Захожу, но обычно молча, понял. Да за что? Да за что? Я теперь еще и без каски, блин. Возможно, он меня пушить пойдет сейчас. Ох уж эти партнеры. Ну да, блин. Я угадал насчет пуша на самом деле. Да он меня тачку взорвал, прикиньте. Вот балбес. Балбес с пулеметом. Не, ну пулик вообще имба на самом деле. Пулик имба. Блин, надо было снайпу мне нафиг брать. Я бы уже давно его, наверное, выстегнул. Соло вообще со снайпой хорошо играется. Надо было взять эсерочку, наверное. Вот, поэтому я сразу сказал, что возможно это вброс. Возможно это вброс. Вот, а как там будет, уже не знаю. Если добавят, здорово. Ну, а не добавят, как бы, уж извиняйте. Б, у него кнопка залипла. Думаешь? Дабл-кликала по КД. Дабл-кликала по КД, да? Нормально. Ребят, не забывайте лайки прожимать. Очень помогает трансляции в рекомендации выходить, поэтому... Каждый лайк ваш важен. Вот может где-то сидит какой-нибудь Иван. И такой думает, чтобы посмотреть на ютубе. Чтобы посмотреть на ютубе. Возможно именно твой лайк поможет трансляции выйти в рекомендации. И он такой хоба найдет, придет и приживется. И все. И потом будет благодарить, блин, каждого из вас. Поэтому не щемитесь, ребята, не щемитесь. Поставьте, уделите 2 секунды времени. Я уже прожал на Твиче, понял? Не, ну, конечно, отдельный вид людей, очень-очень крутых, это которые с Твича заходят на YouTube, чтобы прожать лайк. Но это, конечно, вообще капец. Хочу, знаете, что сделать? Я хочу прям вот МК-шку на полную использовать. Он его убил. Ну, как бы использовал, да, получается. Я просто думал, не думал, что он его убил. Я думал, он его будет выцеливать. Вот, а он его просто убил сразу же. Короче, получилось не очень круто. Ладно. Этого должны выбивать. Блин, ну К2 нормально прям стреляет. Мне нравится. Мне нравится. Единственное, знаете, что еще? Тачку надо где-то взять. Нужно тачку взять обязательно. И что, мы еще до глайдера не дошли? Это мы еще до глайдера, ребята, не дошли. Спасибо за фоллоу. Welcome. Еленкин лайк на месте. Спасибо. Спасибо. К сожалению, нужно бежать спать. Завтра на работу. Хороший кадр. Приятного аппетита. Кто кушает, и спокойной ночи. Максон, доброй ночи, доброй ночи. Легкой работы. Завтра. Вот, завтра также будет стрим, ребятки, в 10 вечера. Где-то примерно по МСК. А послезавтра будет большой. И послезавтра. Четверг-пятница будут большие стримы. Я думаю, что прям вообще хочу с утра самого до вечера сделать, знаете, такие. Прям жесткие, 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 здоровые, прям качественные стримы. Слушайте, 7 фрагов можно, в принципе, успеть поднастрелять даже нормально еще. Ну, где-то около 20-ки-то можно сделать. Сейчас еще сколько на глайдере настреляем. Он куда-то сюда чекал, возможно, тут чел есть. Вроде как сюда чекал, ага. С кариком. Если он на крыше, то это габен. Если не на крыше, то хорошо. Он на крыше, ребята. А мы ему дали? Не знаю, будет он репикать, не будет? Нет, не будет. Значит, в принципе, можно хаешку туда, да, хорошую вот такую закинуть. Примерно какая-то такая должна быть.
Так, ну и ключа у него не было. Того я тоже, в принципе, не хочу лутать. Пойдемте, наверное, на глайдер сразу, да? Он как-то в центре зоны, блин, это на самом деле опасно. Опасно брать его. Потому что есть вот такой вот вид ребят. И главное тут хорошо размансить. Размансили, нормально. Главное, когда мансишь, вот так вот знаете, прикусывать нижнюю губу. И всегда получается нормально. Чем крепче сжимаешь свою нижнюю губу, тем лучше получается мансить. Лайфхак небольшой для вас. Возможно, если вы слишком хорошо замансите, у вас будет пирсинг в губе. Можно будет вставлять, вернее. Появится отверстие. Здорово, Легла, здорово. Привет, стоит ли на звуковухе включать Direct Noct или без него звук чище? А, слушай, я насчет этого не знаю, честно, не могу подсказать, не могу. Уже была обнова? Нет, сегодня, ребят, вечером будет обнова. Сегодня вечером. У меня чел туда, блин, пришел. Офигеть. Я слушаю. Эх, как так? Нурминский нормтрек. Едем-едим на гелике. Едем-едим на гелике? А, ну, наверное, да, нормальный трек. Спасибо большое, спасибо за полтос. Спасибо, Юл. Слушайте, глайдер, кстати, сдвинут. Возможно, это какой-то байт, я не знаю. Возможно, это какой-то байт. Но мы знаем, да, что нужно делать? Откинуть. А, он взорванный. Блин, ё-моё. Ребят, неудача. Неудача. Больше тут я не знаю, где есть. Мне этого нужно убивать, по-любому. Этого нужно было убить. Потому что, возможно, я бы не добежал тут до сейва. Возможно, я бы не добежал. Блин, ну капец. Я на ноге просто играю фул. Фул на ноге играю. Настроил 4К, да, ребят, настроил 4К полноценные. Ну все, спасибо, братан. Обнял, поднял, все ништяк от души, брат. Рахмет, рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, анау, манау, так-так-так-так-так-да-да. В описании пора менять название монитора. Что дает спонсорская подписка? Спасибо огромное, спасибо, Тим, за 50 рубликов. Спонсорская подписка дает уникальный... значок перед ником в чате и этот смайлики дополнительные. Спасибо, спасибо большое, ребят, за донат. Трек заказать можно? Да, там через Donation Alert 150 рублей. Вот, можно, в принципе. Кто хочет, можете заказать. Вот, но ролик на YouTube, я думаю, можно будет, если я запишу сейчас. Сделаю хотя бы 16 плюс фрагов с К2, то в принципе можно залить. Нормально вроде как бы поразваливали. Хорошо. Канистры повзрывали, все поделали. Давайте этого, наверное, да, пойдем убьем. Че, кемпик почти в центре. Вижу его. Он меня видит или нет? Возможно, а, у него гроза. Он открыл, кстати, этот, да? Слушайте, а нихрена себе тут нормально прям. Он вообще ошибается. Он ошибается конкретно. Будет стрелять? Я как так в голову ему первый не попал, ребята? Я как так в голову ему первый не попал? Жесть какая-то. Он лег? Нет, он убежал. Нет, он лежит. Вообще К2 нормально прям спреет, кстати. Хорошо залетает, хорошо. Так, у него был этот АВД. АВД забрали. Поставили увил. Забрали хаешечки. Слушайте, как-то он неплохо там пикирует прям. Что тут у нас еще есть интересного? Так, у нас тут X8 есть. X8 я тоже хочу забрать. А вас немного, случайно, мужчины?
Так. Пошла жара, да? Блин, было бы прикольно, если бы я два глайдера сбил. Но с этим мне, конечно, не рекомендуется прям стреляться. Взорванный планер нет, ребят, нельзя. Взорванный планер нельзя чинить, к сожалению. Слушай, жалко, что у меня на самом деле это три нет. Но этого я могу, кстати, с одного выстрела, в принципе, убить. Если он сейчас пикнет, так же в голову я ему дам. В принципе, он должен умереть. Главное, чтобы другой какой-то не подошел. Сзади там откуда-то. Ну давай, мужчина. Я знаю, ты хочешь. Я знаю, у тебя есть желание. Ну я попал в него. И опять, кстати, в голову попал. Блин, какой-то бесячий чел, на самом деле, прям. Ужасно. Надо было тоже карик брать. Вот это ошибка моя, накатку, что я МКшку взял. Ну ладно, с другой стороны, глайдер прикольно выбили. Значит, норм. Стрим по обнове будет завтра и во сколько? Завтра будет поздний стрим, ребят, к сожалению. Я не смогу завтра рано с утра запустить, как выйдет обнова. Но вечером сделаем все. Вечером все сделаем. Наверное, нужно ему сюрприз туда закинуть, в будку, да? Так, и я хочу полутать дропы все-таки. Я хочу очень дропы полутать. Третья каска дает уверенности, потому что в соло прям корячники какие-то лютые. В соло корячники лютые играют. Не нужно, так скажем, недооценивать. Хоть у меня и АВД, кстати, есть. Но лучше, когда у тебя есть АВД... И когда у тебя есть еще третья каска и третья броня. Не так ли? Еще какая-нибудь МКшечка, возможно. Но это не точно. Так, чел на дропы едет. И он причем отсюда прям едет. Нормально. Пока что дропы не нашел, скорее всего. Просто дропы, наверное, ищет. Блин, слушайте, такая чуйка, что вот просто если я побегу, меня убьют. Не знаю, это рабочая чуйка или нет. Ну, давайте попробуем в любом случае. Это сзади чел какой-то дерется, да? Так, C4. Хорошо, нам надо минимум еще хотя бы 4 фрага сделать, ребят. Чтоб на YouTube попало. Минимум. Так, ну как я и говорил, да, МКшечка есть. Это хорошо. Убираем патрончиков немного. Жалко, что это, щечки не... А, вот все, нашел. Отлично. Нужно убить вот этого мужчину, который с кариком был. И забрать с него семерки. У него зоны нет. Скорее всего, он как-то может через право сюда пойдет. А, вот он у дерева. Увидел его. Слева от дерева бежит как-то. Или сюда. Нет, за деревом. Слушайте, нормально, нормально. Мы ему хорошо голову поставили первой. В принципе, тут нереально, скорее всего, выжить было. Но, скорее всего, это у меня не все еще тут. У меня должны быть где-то ребята еще. Блин, К2 на самом деле так-то, ну, стирает нормально, слушайте. Чувствуется уверенность такая, знаете, как будто с аугом бегаю. Вот как аук примерно стирает вот на таких дистанциях. Хорошо. Прям плотно летит, плотно. Где-то у меня тут должен быть чел. Вот сзади есть машина. Возможно, это машина этого типа. Не знаю, а может и нет.
Ну, давайте в любом случае подождем, наверное, да, зону. Посмотрим. Может, кто-то побежит. Да, есть. Голова ему залетела. Хотя куда-то в пузо вроде стрелял. Увидел просто, как у него кровь в районе башки была. Может, куда-то в шею попал, не знаю. Я просто слышал, да, когда этот за дропами бежали, слышали тачку. Тачку слышали. Так, ну и все, в принципе, что, берем топ и заливаем на ютубчик каточку хорошую с К2 в 4К полноценном разрешении. Я думаю, что мы должны, да, топчик взять. Тачка фул едет на меня. Остановилась у меня. Это хорошо. Ну и он зону закрывал, да, как-то что-то, как будто бы. Кого он там стрелял? Ага, увидел. Так, и еще один. Ой, ну это смерть, Изи. Это смерть. Однозначно смерть. Ну, смотрите, да, как в точку, кстати, спреется с К2 нормально. Так что пушка реально так-то годненькая, годненькая. Но я ее почему-то всегда скипаю, не знаю. Я не доверяю оружиям, у которых всего 2 грейда. А с другой стороны, из всех оружий, у которых 2 грейда, я доверяю только грозе. Какие еще, кстати, такие пушки прям есть? У которых 2 грейда и которые убивают нормально. Ну, именно из-за эрок. По-моему, нет уже, да? Я что-то даже вспомнить не могу. МП9, вот ППшка, да, тоже с 2 грейдами имба. Там увел и жопа только, и все. Но у меня, скорее всего, чел где-то тут в будке, я думаю. Это такая прям... Знаете, инфа. Ну все, не торопимся, хорошо, отыгрываем. Нужно в себе это развивать. Да? Топчик главное взять. В принципе, 17 фрагов есть. Можно сделать 19, почти 20-очка. Почти 20-очка. Ну и главное, чтобы сзади у нас никого не оказалось. Дропами все полутали. В дропах уже ничего нет. За камнями вроде тоже никого нет. Ну да, я прям уверен, что у меня чел где-то вот тут вот должен быть. В этой будке в какой-то, скорее всего. И, возможно, дальше еще чел, потому что тут... Не знаю. Или, может, где-то здесь вот как вариант быть. В любом случае, нужно ждать зону. Нужно поднабраться терпения. Забрать какую-то позицию плюс-минус хорошую. Ну, вот, допустим, пусть будет вот... Вот это дерево, да, наверное, хорошей позиции. Главное, чтобы неприятного инцидента какого-то сейчас не произошло. ФАМАС еще, да, кстати, тоже очень крутой ган. Сколько мы там, 25 тогда настреляли с ним. Что он прям вообще ультимативный. Хотя люди писали, типа, да, он только на 100 метров максимум. А мы там сколько сделали фрагов на 150 плюс. Вижу типа вроде как, да? Нет, нет, показалось. А, ну вот чел бежит сюда. Чел бежал сюда за дерево. У него есть инфа по мне, интересно? У меня хаешек нет, ребят. У меня нет хаешек, к сожалению. Ладно. Нет, нельзя больше тратить. Я надеюсь, снайперов нет нигде никаких лютых. Нам нужно зону занять. Он откуда-то, кстати, отсюда прибежал. И мне кажется, слева где-то еще один играет. Или справа. Блин, я в каком-то центре в лютом. Мне нельзя здесь находиться на самом деле. Я в каком-то центре. Но я почему-то думаю, что он где-то у меня слева. Потому что справа я вроде как все прочекал. Вот, и этот чел прибежал отсюда. Может, кстати, и тут вылезти. В принципе. Смоки мне понадобятся 2 штуки. Почему-то я думаю, что он у меня где-то слева. Скарика он меня может ваншотнуть, ребят. Кстати, если что. Скарика он меня может ваншотнуть, если у него карик. Я не успел подхилиться до конца. Вот, ну и что? Наверное, пора, да, смоки открывать. Куда-то, наверное, за это дерево я пойду. Все. Понял.
Ну это, ребят, сковородка должна быть. Это должна быть сковородка. Кстати, он успеет. Ну, будем считать, что у меня как бы 19 фрагов. Будем считать, что у меня 19 фрагов, ребята, согласитесь? Его последние слова были вот эти вот. Левой, правой такой, хоба. Ой, жесть. Получилось нормально. Ну чё, с вас лайк. Кто будет смотреть комментарии на ютубе какой-нибудь. Простой можно, непростой. Спасибо всем за просмотр. Ну и хорошего дня, кто будет смотреть.